Армавирские старшеклассники сдают нормативы ГТО. В этом году из-за пандемии тестирование проходит в необычном формате. Ученики каждой школы проходят его в разное время, чтобы избежать массовых контактов. Поэтому процесс растянулся. Он начался 12 октября, а закончится 13 ноября. Но желающих все равно много. Сдавать ГТО решили около 300 старшеклассников. Во-первых, это спорт, поддержание здорового образа жизни. И второе, у них приоритет, поступают в университет и для получения дополнительных баллов. Интерес большой, потому что очень бывают случаи, что не хватает одного балла, дети получили значок, и им плюс 5 баллов, и поступают на бюджет. Вячеславу Латию 17 лет. Он учится в 11 классе 18 школы. Юноша собирается поступать в военный институт и хочет получить дополнительные баллы с помощью ГТО. Он считает, что подготовка к ГТО – это отличный стимул к здоровому образу жизни. И заниматься этим может каждый целеустремленный человек. Я время карантина мало бегал, думал, что плохо сдам. А вот бегал недавно 3 километра, пробежал очень даже хорошо, довольный результатом. В принципе, нормативы доступны, к ним можно подготовиться за 2 недели точно. В дальнейшем это помогает, как бы спорт все равно, он влияет положительно на здоровье. Участники тестирования должны сдать 12 нормативов, 9 из которых обязательные. В них входят 4 основные дисциплины и 5 по выбору. 21 октября ребята сдавали бег на короткую дистанцию и 1 норматив по выбору – прыжок с места или с разбега. До этого участники уже успели сдать 5 других нормативов. Плавание было по выбору, также бег на длинную дистанцию, метание снаряда было. И сейчас у нас вот еще 2 норматива. И также будут дальше тур, поход и гимнастика. В январе на официальном сайте ГТО ребята смогут проверить свои результаты. А в феврале или марте тем, кто успешно сдал нормативы, вручат значки ГТО. Популярность движения в Армавире растет с каждым годом. Проводятся фестивали ГТО, и все больше школьников хотят заниматься физкультурой и приобщиться к здоровому образу жизни. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.